Браво! На премию «Оскар» потянет. Пойдем-ка. Уверен, ты прекрасно поладишь со свекровью. Вы друг другу понравитесь. Но со мной это не пройдет. Я могу расправиться с тобой за 30 секунд. Достаточно отправить наше фото твоему брату. Ты ничего не сделаешь. Я жена Азана Сизина. Мнишь себя неприкасаемой, потому что окрутила Азана в моем собственном доме. Ты правда совсем себя не знаешь, Зейнеп? Так было до тебя, Эмир. Теперь я знаю себя. Знаю, что могу сделать тебе. Предлагаешь мне отправить фото? Да запросто. Давай. Брат голыми руками прибьет тебя. Азан оставит тебя в живых, если узнает, что ты спала со мной. Азан верит всему, что скажу. А я скажу, ты меня преследовал. Скажу, я гнала тебя. Ты извращенец. Думаешь, этот дом твоя крепость? Нет. Не крепость, а раскаленная сковорода. Твой крошечный мозг решил, что ты отомстила мне. А я даже не заметил твоей мести. Видишь, чья это комната? Пока Вильдан Сизин жива, этот дом будет тебе не крепостью, а тюрьмой, тюрьмой. Пока еще неизвестно, как все сложится, Эмир. Ты еще не знаешь. В этом доме, открыв одну дверь, другую закроешь. Найди себе свою дверь. И открой, Зейнеп Сизин. Двери этого дома откроются мне. Ты увидишь это, Эмир. Клянусь Аллахом.